слово к тем, которые соблазняются происшедшими несчастьями, а также о гонении бедствиях народа и многих священников, и неопостижимым, и против иудеев. Врачи, когда хотят лечить находящегося в горячке или страдающего какой-нибудь другой болезнью, прежде всего стараются видеть самых страждущих, потому что, находясь вдали от них, они не могли бы облегчить их страдания. Таково их искусство и природа самых болезней. Мы, не намереваясь лечить ни того, ни другого в отдельности, но всех соблазняющихся, не нуждаемся ни в чем таковом. Мы не просим позволения войти в дом наших больных, не имеем нужды знать, в каком месте они лежат, не хотим даже видеть болящих. Мы не вооружены инструментами, не заставляем лечимых болящих входить в расходы, приказывая им покупать лекарства. Но хотя они не знакомы нам, хотя бы они жили в крайних пределах Вселенной, хотя бы среди варваров, хотя бы находились в бездне нищеты, так что не имеют и необходимой пищи, ничто подобное не служит препятствием для таких уврачеваний. Но оставаясь в одном месте, без инструментов, без лекарств, без яств, пяти, денег и без долгого путешествия, изгоняем таковую болезнь. Как и каким образом? А именно, изготовив лекарство в виде беседы, которая становится для больных всем этим и даже больше, чем все сказанное. Она питает лучше хлеба, исцеляет лучше лекарств, выжигает сильнее огня, не причиняя никакой боли, останавливает смрадное течение дурных мыслей, сильнее железа безболезненно рассекает загнившие раны и при этом не требует никакого расхода денег, не повергает в нищету. Итак, приготовив такое лекарство, мы предлагаем его всем. И все, наверное, воспользуются лечением, если отнесутся к сказанному со вниманием и благосклонностью. Как и в отношении тела, немало, а весьма много значит для исцеления болящего знать причины болезни. Потому что, зная это, больной не только освободится от одержащей его болезни, но и после нее не подпадет в такой же болезни, так как, зная причину, от которой он уже однажды подвергся ей, будет остерегаться ее. Так и мы, прежде всего, покажем болящим такую болезнью, откуда явилась к ним такая болезнь из болезней. Ведь если узнать это и тщательно остерегаться, то можно избавиться от такой болезни. И не теперь только, но навсегда, как от нее, так и от других еще худших. Свойство этого лекарства таково, что исцеляет не только настоящую болезнь, но составляет предохранительное средство и от других болезней. Ведь в настоящей жизни не одно, две или три, но много таких вещей, которые соблазняют слабейших, и слово наше обещает освободить от всего этого страждущих. Только бы они хотели, как я уже сказал выше, внимать и сохранять сказанное. Приготовляя же это лекарство, я составляю его не из божественных только писаний, но и из того, что постоянно бывает и случается в настоящей жизни. Так что и не читающим писания может стать полезным это общее лечение, если захотят воспользоваться им, о чем я не перестану повторять постоянно. По принуждению и насилию лекарство это не могло бы оказать пользы хоть одному, не желающему его или не принимающему божественных вещаний. А отсюда именно, гораздо более отсюда, чем из изображения обыденных дел, и приходит исцеление, так как откровение Божие должно быть более достойно веры, чем все видимое. Поэтому сильнее будут наказаны те, которые, получив Писание, не извлекают из него надлежащей пользы. И так, чтобы они не пострадали через это, мы и позаботимся об их исправлении, указав сначала причину болезни. В чем же заключается причина такого недуга? Она заключается в хлопотливом и разнообразном любопытстве, в желании видеть причину всего совершающегося, проникнуть в непостижимое и неизреченное промышление Божие, в дерзком стремлении постигнуть безграничное и неисследуемое и рассуждать обо всем. Был ли кто-нибудь мудрее Павла? Скажи мне, не был ли он сосудом избрания? Не великую ли и неизреченную получил он благодать Духа? Не имел ли он в себе Христа говорящим? Не имел ли он обетования в неизреченных глаголах Бога?
Не один ли он слышал то, что никому невозможно говорить из людей? Не был ли восхищен до рая? Не возносился ли до третьего неба? Не проходил ли землю и море? Не учился ли любомудрию у варваров? Не имел ли многих и различных действий духа? Не обращал ли целые народы и города? Не всю ли вселенную Бог отдал ему в руки? Но послушай, как именно такой столь мудрый, могучий и духовный муж, наслаждавшийся таким преимуществом, когда начинал рассуждать о промышлении Божьем и не обо всем промышлении, а только о части его. Послушай, как он поражался, как он восторгался, как удивлялся и преклонялся перед непостижимым. Даже в созерцании он не доискивался, как Бог промышляет об ангелах и архангелах, о херувимах и серафимах, о всех невидимых силах, как о солнце, земле и луне, как о всем роде человеческом, как о бессловесных, о растениях, семенах и травах, воздухе, ветрах, источниках, реках и вообще о природе, об умножении и содержании всего этого. Но он рассматривал одну только часть этого промышления в отношении иудеев и еллинов. Именно о них только он и ведет речь, показывая, как Бог призывал язычников, как оттолкнул иудеев и как по своему милосердию он созидал спасение тех и других. Послушай, что он говорит. «Видя открытое безграничное море, и в нем в одной только части, желая исследовать глубину этого промышления, он, пораженный неизреченной необъятностью этой вселенной, восторгаясь и поражаясь несказанностью, безграничностью, невыразимостью и непостижимостью премудрости и промышления Божия, отступил, произнося такие изречения и после великого изумления восклицая такие слова: «О, бездна богатства и премудрости ведения Божия!» Потом, показав, что и видя эту глубину, он не мог постигнуть, продолжает: «Как неиспытаны судьи его, и как неисследимы пути его!» Не сказал только «необъятны», но «неиспытаны суды его, неисследимы!» Не только никто не может обнять, но никто не может сделать и начало исследования. Так что не только не может дойти до конца, но не может исследовать и с самого начала его домостроительства, сказав: «Как не испытаны суды его и неследимы пути его!» Восторгаясь и поражаясь, он закончил это словословие и продолжал. Римлянам 11:34-36 говорит так: «Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником ему? Или кто бы дал ему наперед, что воздать?» Сказанное же значит: он есть источник, он есть виновник благ, не нуждается ни в чьем общении, не нуждается ни в каком совете, ни у кого он не заимствует знаний или разума, как хочет, так и чудодействует. Сам есть начало, причина и источник всех благ, сам Творец, сам произвел все несуществовавшее, и сам, сотворивший все, управляет и сохраняет, как хочет, потому что из него, им и к нему все. Каковое изречение означает, что он виновник и творец всего существующего, и всем управляет, и все сохраняет. Потом опять, вспоминая о данном нам даре, в другом месте он благодарит. «Благодарение Богу за неизреченный дар его». А что дарованный нам мир не только превосходит всякое слово, всякое объяснение, но и стоит выше всякого разума. Объясняя это, апостол говорит: «И мир Божий, превосходящий всякое разумение, да соблюдет сердца ваши». Если же такова у него безграничная глубина богатства и премудрости и разума, так неиспытуемы суды его, неисследимы пути его. Неисповедим его дар, и мир превосходит всякий разум. Не мой или твой, или кого-нибудь другого, не Павла только и Петра, но и ум архангелов и высших сил, то скажи мне, какое можешь иметь себе извинение, какое снисхождение, предаваясь такому безумию и глупости, когда желаешь постигнуть непостижимое и доискиваешься основания всякого промышления Божия? Если даже Павел, обладавший таким знанием
имевший такое неизреченное дерзновение, исполнен таких даров благодати, устраняется от этого и отказывается от достижения познания, и не только не может найти, но даже и приступить к своему исследованию, потому что это невозможно, то не будешь ли ты несчастнее всех, не подвергнешься ли самому жестокому безумию, идя таким противоположным с ним путем? И не только он сказал это, но рассуждая с коринфянами о знании и показывая, насколько, если бы даже мы и научились многому, все-таки будем иметь лишь малую и даже малейшую часть этого знания, он говорит: «Ибо кто думает, что он что-то знает, как должно знать, тот еще ничего не знает». Потом объясняет, что нам многого не достигает в знании, и что в будущее время откроется большее. Теперь же дано нам мало, он продолжает. «Ибо все мы отчасти разумеем и отчасти пророчествуем, но когда придет совершенное, тогда то, что отчасти, упразднится». Он не остановился и здесь, но желая показать, какое расстояние отделяет нас от этого знания, и как многого не достает нам, поясняет это некоторым образом, говоря так: «Когда я был младенец, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, но когда стал мужем, то отвергнул младенческое, ибо ныне мы смотрим как бы в зеркало, гадательно, а тогда увидим лицом к лицу». Видишь ли, какое расстояние? Такое же, как между возрастом младенца и совершеннолетием мужа, какое между зеркалом в гадании и ясным видением вещей для ясного зрения, что и значит «лицом к лицу». Почему же безумствуешь и яришься тщетно, и напрасно стараясь преодолеть препятствия? Почему не убеждаешься изречением Павла? А ты кто человек, что споришь с Богом? Скажет ли создание создавшему ему: «Почему ты сотворил меня так?» 501. Видишь ли, какого он требует послушания, какого молчания? И он говорит это, не лишая нас свободной воли, отнюдь нет, но показывая, что испытующему следует быть столь же безгласным, как по своей природе глина, которая повинуется всему, что бы ни делал с ней художник, не противится и не обнаруживает любопытства. Упоминая о глине и горшечнике, он этим напоминает нам и о нашей природе. Наша сущность такая же, как горшечника и глины, а где одна и та же сущность, там одинаково должно быть и послушание. Если же здесь безграничное расстояние по сущности, знанию и всему другому, то какое может получить снисхождение тот дерзкий и бесстыдный человек, который хочет проникнуть в тайну сотворившего его Бога? Подумай, о человек, кто ты? Это именно он и выражает словами: «А ты кто? Не если ты глина, не пепел ли и пыль? Не копоть ли и дым, не сено ли или цвет сена?» Такие именно образы постоянно имеют в виду пророки, желая изобразить суетность нашей природы. «Исследуемый же тобой бессмертен, неизменен, всегда существует, и существо есть нескончаемое, неизъяснимое, неизреченное, непостижимое, ни мне, ни тебе только, ни пророкам и апостолам, но и высшим силам, тем чистым, невидимым, бесплотным силам, которые постоянно пребывают на небе». Итак, когда ты знаешь, что серафимы летают вокруг высокого и превознесенного престола, закрывая себе крылами лица, ноги, спину и оглашая небо кликами своего изумления, ты не думай, что у них действительно есть ноги и крылья, они ведь силы невидимые. Но при посредстве этих образов размышляй о необъятности и непостижимости сидящего на престоле, потому что он непостижим и недоступен даже для них, хотя и снисходит к ним. Никогда он не являлся таким, каков он есть. Ведь Бог не сидит, не пребывает на троне, не занимает какого-нибудь места. Если же даже изображаемого восседающим на престоле, окруженного ангелами, все это говорится по снисхождению, потому что он не сидит. Ангелы не могут видеть его, и чтобы выносить исходящую от него молнию, закрывают себе лица крыльями и только славословят, только поют, воспевают с великим трепетом, вознося таинственную священнодейственную песнь.
то не отступишь ли и не скроешься ли ты, желающий с таким безумством простирать твое суетное любопытство на промышление Бога, могущество которого неизреченно, невыразимо и непостижимо даже для высших сил. Тайны его с точностью ведомы только его, Сыну и Святому Духу, и никому другому. И об этом свидетельствует евангелист Иоанн, а также апостол Павел, первый из них сын грома, особенно возлюбленный Христом, имевший в отцу отличие, что был свидетельством величайшей добродетели и пользовался таким дерзновением, что даже наклонялся на грудь к нему и так говорит: «Бога никто никогда не видел». Причем знание называет видением. «Единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил». Тоже и сам Христос, объясняя народу еврейскому, говорит: «Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца». Иоанна 6:46. «Сосуд же избрание, сосуд, обращаясь к рассуждению о домостроительстве Божьем и желая высказать и то неизреченное, что он узнал, так говорит». 1 Коринфянам 2:7-9. «Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей не познал, из властей века сего. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его». Как же мы узнали это, Павел? Кто открыл, кто объяснил все это, что было бы невидимо и неслышимо, и не входило в сердце человеку? Скажи и покажи, кто сообщил нам такие знания? Стих 10. «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божии». Потом, дабы не подумал кто, что существует только то, что Бог открыл нам через Него, и что Он не имеет всего знания, продолжает: «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия». А это означает, как человек сам знает, что в нем, а также и то, чего желает, и что имеет в мысли, знает все с точностью, так и Дух Святой с точностью знает все невыразимое знание Божие. Говоря, также Дух Божий, кроме Духа Божия никто не знает Божьего. Он разумеет не людей только, но не исключает из этого изречения и всех высших тварей. Поэтому и премудрый увещевает так. Сирахов 3:21. «Через меру трудного для тебя не ищи, и что свыше сил твоих, того не испытывай. Что заповедано тебе, о том размышляй, ибо не нужно тебе, что сокрыто». Сказанное означает: все, что ты имеешь, это ты познал не от самого себя. Природа недостаточна тебе для познания всего, но ты получаешь знание свыше, потому что оно гораздо больше, чем может быть воспринято твоим разумом. Как же ты думаешь глубочайшее познать сам собою, когда и то, что знаешь, в большей части превосходит твой разум и знание? И знание это получаешь от других. Тоже поясняя, Павел и сказал 4:7. «Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? Перестань же заниматься подобным любопрением и держись того мудрейшего совета, который гласит: и нельзя сказать, что это и для чего это, ибо все в свое время откроется». Сирахова 39:22. 503. Поэтому именно и законодатель Моисей, после того, как все творение уже совершилось и приняло надлежащую красоту, и все гармоническое и удивительное, и всякого изумления достойное дело было закончено, а между тем
многие из неразумных и безумствующих стали делать нарекания на творение. Смотри, как он, опровергая их неуместные суждения и сумасбродные голоса, одним словом запретил их бесстыдный язык и говорит: «И увидел Бог все, что сотворил, и вот хорошо, и весьма хорошо». Между тем, среди видимого был не только свет, но и тьма, не только плоды, но и терния, не только плодоносные травы, но и дикие, не только открытые равнины, но также горы, ущелья и пропасти, не только люди, но и ядовитые пресмыкающиеся, не только рыбы, но и киты, не только удобные для плавания моря, но и неудобные для плавания воды, не только солнце, луна и звезды, но и гром и молния, не только приятные ветры, но и бури, не только голуби и певчие птицы, но также соколы, вороны, коршуны и другие плотоядные птицы, не только овцы и волы, но и волки, пантеры и львы, не только олени, зайцы и газели, но также и скорпионы, ехидны и другие, и среди растений не только растения полезные, но также растения ядовитые, и многие этим стали соблазняться и порождать ереси. Несмотря на это, когда все было создано и получило свойственную себе красоту, Творец, по свидетельству быта писателя, похвалил сотворенное не только каждое из них, но и все вместе, дабы, зная его отзыв, никто не был столь дерзким и бесстыдным, чтобы любопытствовать о видимом. Поэтому, говоря, что явился свет, он прибавил: «И увидел Бог свет, что он хорош». И так после каждого творения, потом, чтобы не все называть по имени и не удлинять слово, он обо всем отзывается вместе и опять говорит: «И увидел Бог все, что сотворил, и вот все весьма хорошо». Это не значит, что только уже после творения Бог узнал, что все сотворенное хорошо. Отнюдь нет. Ведь если человек-художник раньше произведения своего искусства знает, что все, имеющее произойти от него, будет хорошо, тем более неизреченная мудрость, одной волей произведшая все, раньше произведения знала, что все будет хорошо. Даже она и не произвела бы, если бы не знала этого. Для чего же говорится так? А по той причине, о которой я сказал. Итак, слушая, как говорит тебе пророк, что Бог видел и все похвалил, не доискивайся другого основания и доказательства красоты этих вещей и не говори, как хорошо. Ведь яснее доказательство извлекаемого из самого творения, то свидетельство, какое дает о них отзыв и суждение их Творца. Потому бытописатель и пользуется этим более сильным выражением. Подобно тому, как если кто, желая купить лекарства, а сам, будучи неопытен в них, прежде всего старается показать их врачу, чтобы, ясно увидев, что тот похвалил их, уже не добивается никакого другого свидетельства об их качествах, а услышав, что их видел врач и похвалил, довольствуется отзывом знатока. Так и Моисей, желая устранить всякое бесстыдное любопытство, имеющих впоследствии наслаждаться творениями, объявил, говоря, что Бог видел все и похвалил, сказав, что все хорошо, и не просто хорошо, но очень хорошо. Поэтому не любопытствуй, не подвергай сотворенное напрасным рассуждениям, имея такое свидетельство о доброте их. Если же не удовольствуешься этим изречением, а захочешь войти в исследование сотворенного, то этим самым не только повергнешь себя в бездну рассуждений и в производящую сильное волнение бурю, но еще более того, подвергнешь себя жестокому кораблекрушению. Да ты и не мог бы найти всех оснований для каждого существующего творения. А из кажущегося тебе теперь хорошим будешь порицать много, если будешь пользоваться заблуждающимся разумом. Разум человеческий так слаб, что часто переходит в противоположное, и по вопросу о творении существует столько мнений, прямо противоположных между собою. Так Елены, чрезмерно восторгаясь творением, превзошли в этом отношении меру и считали его божеством. Затем манихеи и другие еретики, из которых одни признавали его не делом доброго Бога,
а другие, отделяя одну часть его, приписывали его самобытному веществу и считали его недостойным творчества Божия. Таким образом, как я сказал, если кто будет пользоваться собственным рассуждением и неразумными знаниями, то и из кажущегося хорошим будет порицать многое. Что может быть прекраснее солнца? А между тем, это яркое и приятное светило причиняет вред больным глазам, попаляет землю, посылая слишком горячие лучи, порождает лихорадку, часто иссушает плод, делает его бесполезным, делает деревья бесплодными, и часто вселенную часть делала необитаемой для нас. Что же, скажи мне, можно ли за это порицать солнце? Никак, но заставляя смолкнуть разум с его беспокойством. Основаемся на той скале, именно на изречении, которое гласит: «И увидел Бог все, что сотворил, и вот все хорошо». Поэтому и то, что я только что перечислил, очень хорошо и полезно. И, как я сказал выше, к этому изречению нужно постоянно возвращаться и говорить: «Вот все, что сотворил Бог, весьма хорошо». Но разве хорошо жить в роскоши, веселиться, пребывать в удовольствии? Послушай, что говорит Соломон, испытавший все виды роскоши: «Лучше входить в дом плача, нежели ходить в дом пира». Екклесиаста 7:5. Но приятна ли ночь? Ведь нужно воспользоваться словом противников. Но и она есть покой от трудов, освобождение от забот, удаление страданий, конец страхов и опасностей. Она обновляет тело, укрепляет мысль, восстанавливает изможденную плоть. Но болезнь разве не есть зло? А за что же Лазарь получил свой венец? Но бедность? А за что прославлен Иов? Но разные постоянные огорчения? А чем прославились апостолы? Какой же путь ведет к жизни? Не узкий ли и затруднительный? И так не говори, для чего это, к чему это. Но в рассуждении, домостроительство и творение Божие соблюдай, о человек, по отношению к сотворившему тебя Богу тоже молчание, какое хранит глина по отношению к горшечнику. 505. Итак, что же? Скажут: разве ты не хочешь, чтобы я видел и уверовал, что Бог промышляет обо всем? Очень хочу и прошу, но особенно сильно желаю, чтобы ты не подвергал промышление любопытству и не умствовал о нем. Если ты узнал и убедился в этом, не доискивайся ничего. Если же колеблешься, то спроси землю, небо, солнце, луну, спроси различные роды бессловесных, земные травы, безгласных, рыб, камни, горы, ущелья, пропасти, ночь и день. Потому что промышление Божие яснее солнца и его лучей. 506.18. Лучше всего было бы не любопытствовать ни сначала, ни после. Если же ты слишком любопытен и нетерпелив, то подожди хоть конца и посмотри, к чему все это направляется. А прежде всего не бойся и не волнуйся. Как незнакомый с делом увидишь, что золотых дел мастер сначала расплавляет золото и затем мешает его с пеплом и пылью, не ожидая конца, подумает, что он погубил золото. Или человек, родившийся и воспитавшийся на море, будучи сразу перенесен на середину земли, никогда не слышав ранее о том, как обрабатывает ее, вдруг увидел бы, как хлеб, обыкновенно хранимый в житнице, охраняемый дверями и запорами, предохраняемый против сырости, теперь сам владелец всего этого хлеба, рассеивает и разбрасывает его по равнине, отдает на попрание всем, кто проходит по его полю, и не только не охраняет против сырости, но даже бросает его в грязь и сырость, не приставляет к нему и сторожей. Не подумал ли бы он, что хлеб этот погублен? Не стал ли бы он порицать земледельца, действующего таким образом? Между тем, это осуждение выходило бы не из сущности дела, а из неопытности и непонимания человека, который слишком скоро произносит свой суд. Пусть он подождет лето, когда явится роскошная жатва, наточены будут серпы, когда окажется, что хлеб, разбросанный там и сям, оставленный без охраны, предоставленный тлению и гниению, повергнутый в грязь,
Вырос, умножился, сделался еще прекраснее, сбросил с себя ветхость, украсился большей силой, имея как бы копьеносца и ополчение, поднимает вверх голову, увеселяет зрителей и доставляет большую пользу. И тогда он чрезвычайно удивился тому, что после таких превратностей плод получил такое благообразие и такую красоту. Поэтому и ты, человек, не подвергай своему любопытству общего для всех нас Господа. Если же ты настолько любопытен и дерзок, чтобы предаваться даже такому безумству, то, по крайней мере, подожди окончания. Ведь если земледелец ожидает в течение всей зимы, взирая не на то, чему подвергается хлеб во время холода, а на то, чем ему предстоит наслаждаться в будущем, то тем более и тот, кто обрабатывает всю вселенную и заботится о наших душах, достоин того, чтобы ты подождал конца. Конец же, я разумею, не только в настоящей жизни, часто бывает здесь, но и в будущей. Конец обеих этих жизней направляется к одному и тому же домостроительству, именно к нашему спасению и прославлению. Если по времени они и разъединены, то по цели совпадают между собою. И подобно тому, как в течение года бывает лето и зима, но оба эти времени сводятся к одному и тому же, именно к созреванию плодов, так тоже применимо и к нашим делам. Поэтому, когда ты видишь, что церковь рассеяна и до крайности страдает, что светильники ее подвергаются гонению и бичеванию, настоятели ее сосланы далеко, то не смотри на это только, но и на то, что выйдет отсюда. На венцы, награды, возмездие, предоставляемое победителем, претерпевший до конца спасется, говорит Писание. В Ветхом Завете, когда еще неизвестно было учение о воскресении, то и другое совершалось в настоящей жизни. При Новом же Завете не всегда так, но бывает здесь скорбь, а блаженство нужно ожидать в будущей жизни. Хотя благо выпадали иудеям и в настоящей жизни, но они были бы гораздо более достойны удивления, если бы не наслаждались ими, потому что, не зная еще ясно учения о воскресении, и видя, что все идет вопреки обетованиям Божьим, они не смущались, не боялись и не беспокоились, а предавались его непостижимому промышлению, нисколько не соблазняясь тем, что все совершается наоборот. Но, зная всю безграничность и неистощимость его премудрости, ожидали бы конца. А еще лучше, если бы и раньше конца с благодарностью переносили все случающееся с ними и не переставали славословить Бога, посылающего страдания. 519.22. Сравни же все это с совершающимся теперь, и увидишь свое малодушие, увидишь суетность соблазняющихся, и тебе будет ясно, что этот соблазн происходит в тебе не от чего-либо другого, как от того, что ты не преклоняешься перед неизъяснимым промышлением Божиим, а стараешься во всем доискивать способа его домостроительства, добиваешься причины всего совершающего, а во все хочешь проникнуть своим любопытством. Если бы все это допустил Авраам, то он поколебался бы в вере. Но он не допустил, поэтому и прославился, и получил обещанное. Он не смутился ни старостью, ни последовавшим затем повелением. Он не думал, что это повеление может послужить препятствием обетованию, или что эта жертва разрушит обетование, и не впадал в отчаяние касательно обетования, хотя уже и достигши самого предела земной жизни. Не говори мне, что Бог знал, что повеление это не будет приведено в исполнение, и что десница праведника не обогрится кровью. Но смотри на то, что праведник не знал ничего об этом, ничего о том, что он получит своего сына обратно, и таким образом возвратится с ним домой, так как, напротив, все его мысли были заняты принесением его в жертву. Поэтому и дважды призывается он с неба. Бог не просто сказал ему «Авраам», но дважды «Авраам», «Авраам», таким призыванием возбуждая и укрепляя в нем склонность к приказываемому жертвоприношению. Так, безусловно, было это повеление. Видишь, как все в его мысли было исполнено, и не было никакого соблазна. Причина же этого заключается в том, что он своим любопытством
не проникал в дело Божие. 523-42. Итак, не смущайся этим, не тем, что священники теперь, сделавшись негодными, свирепее всякого волка, набрасываются на паству, не тем, что начальники и правители обнаруживают большую жестокость. Вспомни, что с апостолами случалось нечто еще более жестокое. Тогда именно скипетроносец, будучи тайной беззакония, как назвал его Павел, совершал все виды зла, всех увлекал козлу. Однако и он не мог повредить ни церкви, ни благородным тем мужам, а сделал их еще более славными. Священники же иудейские были так негодны и лукавы, что нужно было запрещать народу ревностно следовать их жизни. И сказал на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Кто может быть лукавее священников? Ревность, в подражании которым оказывается гибельной. И однако, несмотря на то, что тогда властвовали такие люди, лица просиявшие, увенчанные, не только не потерпели никакого вреда, а прославились еще больше. Поэтому не нужно удивляться тому, что произошло. Повсюду испытания. Бодрствующим приходят и от своих, и от чужих. Так и Павел, видя целые тучи надвигающихся на них опасностей, и боясь, чтобы некоторые из учеников не устрашились, в своем послании говорит: «Я послал Тимофея, чтобы не смущаться в скорбях этих, но узнать, как все обстоит». Сказано же означает: «Такова наша жизнь, таково свойство апостольского призвания, чтобы переносить бесчисленные бедствия». «Ибо мы на это и поставлены», — говорит он. Что же такое «на это поставлено»? «Как съестные припасы предназначены для того, чтобы идти в продажу, так и апостольская жизнь для того, чтобы подвергаться поношению, терпеть всякое зло, никогда не успокаиваться, никогда не иметь облегчения». 1 Фессалоникийцам 3:23. «Но бдительные не только не терпят отсюда никакого вреда, но и получают большую пользу». Поэтому апостол восхваляет их, узнавши, что они стояли мужественно. И о других говорит, что они, ободренные его узами и его оковами, дерзали безбоязненно проповедовать. А что было, скажи мне, во время Моисея? В варварской стране не попустил ли Бог волхвам показать свою силу? Нету ли истории, припоминает Павел, говоря, как и Ани, и Амри противились Моисею, так противится и сии истине. Так всегда не было недостатка в соблазнах, равно как не было недостатка и в увенчанных ради них. Обо всем этом поразмысли, и не об этом только, а и о том, какая польза была от этого. Посмотри на то, что есть и другие непостижимые причины для этого. Ведь не все возможно нам знать, но несомненно, что за бедствиями следуют события гораздо более благоприятные, и совершаются чудесные дела. Так сначала Иосиф находился в бедствии, и долго совершались события, казавшиеся противными обетованию. Но потом произошло даже больше того, что было обещано. И на кресте не тотчас же не сначала совершилось избавление, но сначала предшествовал соблазн, если с целью удивить и исправить злодеев. И было несколько знамений, то все они вскоре исчезли. Если изорвалась завеса в храме, камни распались и солнце помрачилось, то все это произошло в течение одного дня и вскоре было забыто многими. После же этого вскоре апостолы, находясь в бегстве, в гонении, в борьбе, в наветах, скрываясь, трепеща и подвергаясь опасностям, проповедовали Слово Божие. Народ иудейский, будучи в это время в силе, гнал, преследовал, терзал и мучил верующих. И так как заодно с ними были и начальники, то ежедневно они хватали и влекли апостолов в судилище. Да что я говорю о народе, начальниках иудейских. Один делатель палаток, занимавшийся выделкой кож, именно Павел, а что может быть пустее делание палаток, объят был таким безумством, что хватал мужей и жены, отдавал под стражу. И распятый, видя все это, попускал ему. Но посмотри, как впоследствии этот самый гонитель превзошел всех в вере, и его деятельность просияла ярче солнца и обняла всю вселенную. Если же скажешь, для чего в Ветхом и Новом Завете допускается столько опасностей и столько наветов,
то узнай причину этого. Какая же это была причина? Настоящая жизнь есть ристалище, упражнение и борьба. Печь, мастерская для добродетели. Как кожевник, получая кожи, сначала разминает их, растягивает, колотит, бьет от стены и камни, и через тысячи разных приспособлений делает их пригодными для окраски, и потом придает им хороший цвет. И как мастера золотых дел бросают золото в огонь, подвергает его пробе в печи, так, чтобы сделать его наиболее чистым. И как воспитатели юноши упражняют их на ристалищах посредством различных трудов, давая им более сильных противников, чтобы они, все исполняя при упражнении с телами учителей, могли оказаться стойкими и в действительной борьбе способными встретить противников и легко поразить их. Так действует и Бог в настоящей жизни. Желая приготовить души к добродетели, Он и угнетает их, и удручает, и подвергает самым тяжелым испытаниям, так, чтобы падающих и слабых устранить, а людей достойных сделать еще более достойными, недоступными для наветов демона и для сетей дьявола, и особенно всех достойными получения будущих благ. Человек, говорит Писание, не перенесший испытаний, не обладает опытностью, как и Павел говорит. Скорбь соделывает терпение, чтобы сделать нас более твердыми и терпеливыми. Бог попускает всякие испытания на нас. Поэтому Он попустил Иову перенести всякие бедствия, чтобы он сделался еще более опытным в добродетели, и заградил уста дьявола, потому что он удручал апостолов, чтобы они сделались более мужественными и обнаруживали собственную силу. А это причина немалая. Поэтому и Павлу, когда он искал облегчения и отдыха от обуревающих зол, он сказал: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Даже и те, кто еще не приняли учение христианского, могут получить отсюда великую пользу, если будут внимательны. Видя, как праведники сносили несправедливости, терпели оскорбления, были заключаемы в темнице, подвергались клеветам, окружались кознями, были обезглавливаемы, сжигаемы, бросаемы в море и не устрашались никакого бедствия, подумай, с каким удивлением относились к этим чудесным борцам и тогдашние, и теперешние люди. Все случившееся не только не причиняет соблазна людям бдительным, но и оказывается источником многого назидания. Поэтому и Павел услышал, что сила моя совершается в немощи. Это можно встретить в Ветхом и в Новом Завете. Подумай, что должен был испытать Навуходоносор, когда на глазах столь многочисленного войска он был побежден 3 отроками, 3 рабами, 3 пленниками, обремененными цепями, преданными пламени, не в состоянии был распорядиться телами 3 порабощенных и подвластных ему отроков, лишенных отечества, свободы, чести, власти, имущества, поселенных вдали от родины. Если же бы не случилось этого испытания, не было бы и столь светлой награды, не было бы столь блистательного венца. Подумай, что должен был испытать Ирод, когда он, будучи обличаем узником, видел, что этот узник вследствие уз не только не потерял своего дерзновения, а напротив, предпочитал скорее погибнуть, чем отказаться от прекраснейшего дара свободы слова. Подумай, что всякий, видя или слыша это, и живших ли тогда, или родившихся позже, при всей своей немощи, если только обладает хотя слабым умом, получает отсюда величайшую пользу. Не говорите мне о поступках людей неразумных, которые ленивы и преданы плоти, и легче листьев, носимых ветром. Таковые падают не только от великих бедствий, но и почти от всего, что происходит вокруг их, как это было с народом иудейским, который, и вкушая манну, и вкушая хлеб, одинаково был недоволен, и, находясь в Египте, и будучи избавлен от Египта в присутствии Моисея и по его отшествии, но указывая на тех, которые внимательны, которые бодрствуют, и сообрази, какую они могут извлекать отсюда пользу, видя душу бесстрастную, разум непорабощенный, язык дерзновенный, человека, который, будучи пустынно жителем, торжествует над царем, будучи узником, не уступает, будучи усекаем, не молчит. Не останавливайся даже и на этом, а исследуй и то, что было потом. Ирод усек,
а Иоанн был усечен. Кто же из них ублажается всеми? Кто считается ревнителем? Кто прославляется, увенчивается, восхваляется, славословится? Кто служит предметом удивления? Кто обличает доселе? Не тот ли, кто в каждой церкви провозглашает: «Не должно тебе иметь жену брата твоего Филиппа»? А Ирод разве не осуждается и после своей кончины за свое прелюбодейство, беззаконие и безумство? Пойми после всего сказанного, какова сила узника, какова слабость тирана. Последний не мог заставить смолкнуть и одного языка, а уничтожая его, он на место него и вместе с ним открыл тысячи уст. А Иоанн тотчас же стал устрашать его и после казни, ведь совесть Ирода потрясалась таким страхом, что он стал думать, будто Иоанн, воскресший из мертвых, начал творить чудеса. И теперь, в течение всего времени, он обличает всю вселенную и через самого себя, и через других. Каждый, читая это Евангелие, говорит: «Не должно тебе иметь жену брата твоего Филиппа». Да и помимо Евангелия, в собраниях и обществах, в домах и на рынке, повсюду, хотя бы ты пошел в страну персов, индийцев, мавров или в любую страну, в которой светит солнце, и до самых последних пределов ее, везде услышишь ты этот голос и увидишь, как праведник, тот еще и теперь вопиет, проповедует, обличает зло тирана и никогда не молчит. Так что и самая продолжительность времени не ослабляет его обличений. Какой же вред получил этот праведник от своей кончины? Что вредного от насильственной смерти? Что от уст, от темницы? Не исправил ли он людей благоразумных тем, что он говорил там, что он выстрадал там, и теперь проповедует то же, что проповедовал и при жизни? Поэтому не говори, почему допущено ему было умереть. Это была не смерть, а венец, не кончина, а начало лучшей жизни. Научись же любомудрствовать, и не только не получишь никакого вреда из всего этого, а получишь величайшую пользу. А что сказать о египтянке? Не обвиняла ли она Иосифа, 546? Не распространяла ли о нем худой славы? Не оклеветала ли его? Не ввергла ли его в темницу? Не подвергала ли его крайней опасности? Не хотела ли погубить, когда он был у нее? Но какой вред ему был тогда или теперь? Подобно тому, как горячие угли, скрытые под соломой, сначала кажутся потухшими, но внезапно начинают пожирать лежащие над ними и воспламеняемые этой самой соломой, высоко выбрасывают пламя. Так и добродетель, которая оказалась подавленной клеветой, затем вследствие самых препятствий расцветает еще более и поднимается до самого неба. Можно ли было сделать что-нибудь для этого юноши лучше того, что сделано было для него клеветой и наветами, хотя бы взять самый престол в Египте, даже царство там? Всегда страданиями связывается слава, благоденствие, венцы. Разве не прославляет его по всей вселенной? И самая продолжительность времени не ослабила воспоминания о нем, но блистательнее и тверже царских статуй его добродетель и мудрость воздвигли себе. Так сказать, статуи по всей вселенной, в стране римлян, в стране варваров, в совести каждого и в языке каждого. Мы все еще видим, как он, будучи узником и рабом, поучал эту жалкую и негодную блудницу должным образом вести себя, делал все от него зависящее для спасения, возбуждал в ней стыдливость, погашал печь, старался освободить ее от этой страшной бури и направить в пристань. Но так как буря продолжалась, корабль стал тонуть, и она потерпела кораблекрушение, то он бежит от разъяренных волн, спасается на непоколебимой скале целомудрия, оставляя свои одежды в руках бесстыдницы и являясь в своей наготе более блистательным, чем те, которые были в пурпурных одеждах, и, уподобляясь доблестному воину, торжествующему победителю, получает трофей целомудрия. Воспоминания не ограничиваются этим, а идя дальше, мы видим, как он опять отводится в темницу, как он связанный и плененный проводит там долгое время.
Поэтому-то и опять мы особенно удивляемся Ему, восторгаемся им и восхваляем Его. Всякий, даже будучи уже целомудренным, думая о Нем, становится еще более целомудренным. Всякий бесстыдный, узнав о такой добродетели под влиянием этого события, приходит к целомудрию и исправляется вследствие этой истории. Итак, припоминая все это, не бойтесь, а извлекайте пользу из происшедших событий, и терпение подвижников да будет для вас учителем твердости. Видя, как вся жизнь благородных и славных мужей возвышалась через это, не унывайте и не возмущайтесь ни собственными, ни чужими испытаниями. Ведь и церковь сначала подвергалась всевозможным бедствиям, а потому так и умножалась. Не удивляйтесь же, потому что в этом нет ничего необычайного. Но подобно тому, как в настоящей жизни, не там, где находится солома, сено или песок, но там, где находится золото и жемчуг, там именно постоянно собираются и злоумышляют пираты и морские грабители, разбойники и раскапыватели гробниц. Так и дьявол там именно и строит свои козни, где видит богатство, скопляемое душой и умножающееся сокровище благочестия. Но если те, которые подвергаются козням, будут бодрствовать, то не только ничего не потеряют, но получат еще большее богатство добродетели, как это случилось и теперь. 547. В этом же можно видеть и величайший признак богатства, благ и могущества церкви. Когда лукавый демон увидел, что она процветает и благоденствует, короткое время поднялась на высоту, проявляет большую деятельность, добродетельные все более преуспевают, а грешные раскаиваются, так что это общество распространялось по всей вселенной, то он привел в движение все концы земли, все свои козни и поднял ожесточенные войны. Подобно тому, как он угнетал Иова, то потерей имущества, то смертью детей, то болезнью тела, то злословием его жены, то оскорблениями, насмешками и издевательствами друзей, так он нападал и на церковь, возбуждая против нее, насколько возможно было, ее друзей и ее врагов. И тех, которые вступили в духовный чин, зачислились в сон верующих, были почтены саном епископа и, наконец, всяких лиц всякого состояния. Между тем, несмотря на все такие козни, не только он не мог поколебать ее, но даже сделал ее еще блистательнее. Нисколько не смутившись, она продолжала поучать всех, как она поучает и теперь, обуздывать страсти, сносить испытания, показывать терпение, пренебрегать житейским, не увлекаться богатством, пренебрегать честью, презирать смерть, не увлекаться жизнью, оставлять отечество, соотечественников, друзей, родных, быть готовыми ко всяким бедствиям, идти против мечей. И все, что есть светлого в настоящей жизни, именно почести, славу, власть, роскошь, все это считать ничтожнее весенних цветов. И этому получает не один кто-нибудь, не двое и не трое, а весь народ христианский. И не словами только, а и делами, из-за которых страдают, которыми побеждают, через которые преодолевают злоумышленников, через которые делается тверже адаманта и крепче всякого камня. При этом не берутся за оружие, не поднимают войны, не прибегают к луку или стрелам, а будучи каждый огражден стеной терпения, благоразумия, честности и мужества, они, перенося зло, еще большим бесчестием покрывают делающих таковое. И вот теперь они со светлым лицом и свободными очами, пользуясь неизреченным дерзновением, выступают на площади, наполняют дома, стекаются на собрание, между тем, как делавшие им зло всевозможными кознями, теперь скрываются, имея внутри себя злую совесть, трепещут, боятся и мучатся. Подобно тому, как дикие звери, которым угрожает смерть, после первого и второго удара с особенной яростью бросаются на острие копий и сами себе наносят еще более жестокие удары и ранят себя до сердца. Подобно тому, как волны, ударяясь в скалы, с особенной силой разбиваются и рассеиваются,
Так и злоумышленники роют ямы скорее для себя, чем для других. Ведь у людей, которые подвергаются козням, есть вселенная, есть друзья, которые хвалят их, удивляются им, провозглашают о них, увенчивают их, зная или не зная их, узнавая о них по их делам, по молве о них, причем многие жалеют их, сочувствуют им, доставляют им все полезное. Сами же злоумышленники имеют еще более лиц, которые ненавидят их, осуждают, укоряют, обличают, пристыжают их, желают видеть их в наказании и бедствии. И все это еще здесь. Что же предстоит им там? Если соблазнивший одного осуждается на такое наказание, что ему лучше повесить себе жернов на шею и утонуть в море, то подумай, каким подвергнуться наказанием во время страшного суда? Каким подвергнуться бедствием те, которые возмущают всю вселенную, ниспровергают церковь, разрушают всякий мир, производя повсюду тысячи соблазнов? 549. Те же, которые страдают от них после того, что они выстрадали, станут вместе с мучениками, вместе с апостолами, вместе с благородными и возвышенными мужами, блистая добродетелями, страданиями, венками, наградами, всяким дерзновением. Они увидят их наказываемыми и не смогут избавить их от этого наказания, хотя бы чрезвычайно хотели этого. А последние будут возносить мольбу, но не будут услышаны. Если один богач, пренебрежительно отнесшийся к Лазарю, подвергся такому наказанию и не получил никакого облегчения, то чему подвергнутся те, которые преследовали и соблазняли столь многих? Размышляя обо всем этом, а также исследуя все, что свидетельствует об этом Божественном Писании, приготовляйте для себя стену крепкую, а для немощных еще и надлежащее лекарство, и оставайтесь твердыми и непоколебимыми, ожидая предстоящих вам благ. Во всяком случае, предстоит вам награда не только равная трудам, но и неизреченно превосходящая их. Конец.